Пропавший без вести турист из Санкт-Петербурга найден мертвым в Гунипском районе, сообщает Следственный комитет региона. 37-летнего мужчину селевой поток унес на 4 километра от Кардахской теснины. Второй турист из Москвы и трое жителей Левашинского района еще не найдены. Напомню, 23 августа ливневые дожди в горных районах привели к поднятию уровня рек и к селевым потокам. Спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС Дагестана продолжают поиски. Задействованы кинологи и беспилотные воздушные средства. К поискам подключены сотрудники полиции и местное население. Кроме того, для поисков вылетел борт Ми-8 МЧС России.